Приветствую, коллеги, это аналитика валютных рынков и торговый дед компании Tikmill, и с вами я, Артур Изятуллин. Ну что ж, сегодня у нас защитные активы в ударе. Доллар, золото и иена подросли против других валют, золото вообще просто подросло. После того, как Трамп шокировал всех своим заявлением, что он и его жена, они подхватили коронавирус, и это случилось всего за месяц до президентских выборов. И несмотря на первоначальную реакцию, которая у нас произошла в американских фьючерсах, они у нас, как видим, потеряли от 2% вот в NASDAQ, да, до в среднем 1.5%. Велика вероятность, что это снижение продолжится. Почему? Трамп подхватил заразу, от которой умирают люди, при этом он находится в группе риска, так ему уже за 70. Можно быть уверенным, да, то, что он, конечно же, получит лучшее лечение, над ним будут трудиться, над его выздоровлением будут трудиться лучшие специалисты, но сообщение а-ля «Трамп переведен на кислород или в палату реанимации», если вот вспомнить ситуацию с Борисом Джонсоном, там точно такая же сложилась. То, что такое же развитие потом произошло, и когда рынки очень негативно отреагировали, именно рынки Великобритании негативно отреагировали на сообщение, что Джонсон, Борис Джонсон был переведен в палату реанимации, собственно, конечно, но с Трампом может произойти то же самое. Есть риск, да, такого исхода, естественно. Такое сообщение может стать серьезнейшим вызовом и шоком для рынка, потому что это полнейшая неопределенность потом случится. И как бы вот сейчас вот эта потенциальная возможность словить такой удар, вот то, что может наступить реализация риска, да, вот такого, это серьезное основание, это серьезный повод для того, чтобы быть очень осторожным в покупках. И спекулятивное, конечно, давление от этого тоже может расти, потому что, ну, и та, и другая сторона на рынке, они понимают, да, то, что такой риск может реализоваться, и тогда будет снижение уже значительное, естественно. И, естественно, на это накладывается также и развитие в общем фундаментальном фоне, о котором мы поговорим чуть позже. Значит, также интересно, любопытно порассуждать, как вот это событие, то, что Трамп заразился коронавирусом, оно может повлиять на исход президентских выборов. С одной стороны, президент, да, переболевший действительно опасным для его возраста заболеванием, это как бы герой, да, который не прятался, который не боялся, он своего рода как бы приобщился к общей проблеме американского народа, стал в некотором смысле ближе, да, к народу, получается. И от этого, ну, обеспечена, да, хоть какая-то минимальная доля от каждого американца, там какое-то сочувствие, да, какое-то сострадание. Сейчас уже Трамп сделал очень хороший ход, да, он сыграл на опережение, он сразу заявил, что не будет передавать полномочия вице Майк Пенсу, да, не будет передавать кому-то власть, будет дальше руководить страной. Это, несомненно, добавляет ему очков, потому что он как бы в выборе между собственным здоровьем и между заботами, заботой о народе, да, служению народу, он выбрал второе, получается. Факт того, что президент подхватил коронавирус, да, это как бы мощный сейчас инфоповод, да, который будет очень долго все обсуждать, к этому будет приковано очень много внимания, об этом все будут писать, и очень сложно развернуть этот инфоповод оппонентам в их пользу. Почему? Потому что, как бы, если есть больной, всему, к нему всегда больше сочувствия, чем к здоровому, да, ну, как бы о больном нельзя говорить плохо, да, или как бы, не знаю, показывать это, поворачивать разворачивать это событие так, что это какая-то безответственность Трампа и так далее. Ну, не смогут, да, оппоненты это так развернуться, как мне кажется. С другой стороны, необходимость самоизоляции для Трампа, естественно, ограничивает возможности президента вести
предвыборную кампанию, активно появляться на публике и так далее, это как минимум 14 дней у него это займет, и это все произошло в ситуации, когда поджимает существенно, действительно сильно поджимает время, но остается еще месяц, да, меньше месяца. Это, конечно, вот если посмотреть с другой стороны, как может обернуться вот это событие для Трампа в плане вот его шансов на переизбрание. Разочарования на рынке, продажи, они, ну, которые мы сегодня наблюдаем, они начали у нас нарастать еще, получается, вчера, и этому у нас послужили новости из Конгресса, переговоры по новым выплатам американцам, они вновь у нас оказались в тупике. Вчера мы с вами, если вы помните, обсуждали такой момент, что демократы вроде бы там откладывают голосование по законопроекту, по новому пакету, ну как бы намекая, что им есть что обсуждать с республиканцами, но сегодня, точнее вчера вечером, да, выясняется, что демократы у нас опять проголосовали за нереалистичный пакет, за нереалистичный фискальный пакет. В Сенате снова не найдет это поддержки достаточного числа республиканцев. Снова, получается, заблокируют, грубо говоря, Сенат предложение демократов, предложение Палаты представителей, да, который, ну, проект, который там был одобрен. Соответственно, спикер Белого дома, она вчера выступила с заявлением и, ну, вот по поводу вот этого проекта и как бы навесила ярлык несерьезный на вот это предложение демократов, как бы еще раз подчеркивая, указывая на всю остроту разногласия, то, что берега очень сильно разошлись и сходиться они не собираются. Мы тоже с вами вчера это обсуждали, что несмотря на вот эти сигналы, на признаки какого-то прогресса, что будут выплаты, ничего такого не произошло. Что нужно, важно иметь в виду по переговорам по фискальному пакету? Значит, у нас с завтрашнего дня, если мы посмотрим в календарь Конгресса, рабочий календарь Конгресса, вот такой вот. Значит, в октябре, 1-2 октября, это у нас работает, ну, заседает Сенат, получается, и заседает Палата представителей. То есть в октябре, получается, Палата представителей и Сенат, они работают, получается, 1-2 числа. Сегодня у нас как раз-таки 2-е, пятница. Потом, как мы видим, Сенат уходит у нас на каникулы, и, естественно, это означает автоматически, что никаких выплат американцам не будет одобрено до, получается, вот, до 16 числа, да, ничего они не смогут принять, получается, до 16 числа. Вот, сегодня, как бы, последний день, когда они могли договориться, но, судя из вчерашних новостей, вот тот же самый комментарий спикера, получается, Белого дома, заявление чиновников, заявление представителей от демократов, республиканцев, они указывают, что сегодня ждать ничего не нужно, ничего не будет, естественно, одобрено. И вот эти, получается, весь месяц, получается, даже больше месяца у нас американцы остаются без выплат, экономика остается без вот этих выплат, на которые были надежды. Естественно, это очень негативные сигналы для фондовых рынков. Естественно, это ограничивает их рост. Я не представляю, при каких условиях, откуда может появиться катализатор для роста, чтобы S&P 500 отправился в рост, тем более у нас на носу еще президентские выборы. Поэтому кейс консолидации по индексам у нас, на мой взгляд, укрепляется. Вот они дальше будут болтаться в этой зоне. Смог у нас подрасти немного, да, фьючерсы на американские индексы, на S&P 500. Они смогли подрасти вот здесь, да, получается, на вот ожидании, что здесь был такой скачок, на том, что будут у нас, ну, смогут договориться у нас, получит
фискальный пакет получит у нас двухпартийную поддержку. Вот здесь был какой-то оптимизм, все, он здесь и сяк. И велика вероятность, что движение вниз, оно продолжится. Еще учитываем сюда, да, сюда приплюсовываем, что ситуация с Трампом. В любой момент будет шок, сюрприз. На мой взгляд, сегодня рынки откроются ниже, будет у нас снижение, будет щупаться уровни ниже у нас, 3250-3200. Я бы обратил на них внимание, потому что все складывается в пользу снижения. Вот после небольшой паузы, да, которую мы сейчас здесь видим, на американской сессии вполне возможно мы увидим, ну, то, что снижение у нас продолжится, все этому благоволит. Конечно, можно возразить, да, то, что какая-то поддержка сегодня будет от отчета по безработице, но да, как бы может у нас быть сильный отчет, и к этому есть некоторые сигналы. Вот вчера с наиболее примечательным событием стал отчет по заявкам на пособие по безработице, и вот пул безработных, получается, который получает пособие более чем одну неделю, это вот этот показатель, он у нас резко очень снизился. Ну, маловероятно, да, то, что такое большое число безработных вдруг просто решило взять и перестать получать пособие. То есть, получается, скорее всего, они нашли работу, да, и поэтому пул безработных уменьшился, и вот это хороший сигнал очень. За одну неделю, как бы, да, произошло. Это очень хороший сигнал для non-farm payroll. Скорее всего, нас будет ожидать позитивный сюрприз сегодня. Вот. Данные ADP, да, которые вышли в среду, также они показали у нас, также был там позитивный сюрприз. Все это указывает на хороший отчет. Может это, конечно, поддержать у нас фондовый индекс, но, на мой взгляд, вот такая нависшая здесь, такой нависший паттерн, да, после вот коррекции, да, которая оказала, ну, вот эти ожидания, они, будем так говорить, не подтверждаются по фискальной сделке. Не знаю, что здесь может поддержать рынки, поэтому я бы рассматривал дальнейшие продажи здесь после отскока, либо сразу вот на фоне того, что у нас не удалось Конгрессу договориться по фискальной реформе, по фискальному пакету. Ну и в золоте, конечно, вчера мы обсуждали с вами зависимость золота от реальной процентной ставки и от фискального пакета, от фискальной поддержки. Так вот здесь был рост на том, что ее примут, получается, точнее вот здесь. Вот этот рост был основан на ожидании, что фискальную поддержку одобрят, будет у нас правительство много занимать, реальная ставка снизится, инфляция ускорится, нужно бежать в золото. Вот это было движение здесь, но не подтверждается у нас гипотеза, теория, что могут у нас договориться демократы и республиканцы, да, и поэтому дальше вверх для золота, я думаю, ограничен. Мы вчера рассматривали продажи вот в диапазоне 1910-1920, на мой взгляд, это остается еще ставка актуальной. Как раз таки потому, что не будет у нас фискальной поддержки, долго еще не будет, месяц еще придется ждать, поэтому золоту как бы не на чем сейчас расти. Был рост, но он был рост вот на ожиданиях громадных заимствований от правительства США, которые пока что не оправдывают все эти ожидания. Вот такая вот у нас вся ситуация по рынкам возникла. Такая ситуация развивается. Если вам понравилось это видео, вы можете ободрить меня, поставив лайк. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, также не стесняйтесь их задавать. Ну, а на этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в профит.